где мой? Знает, где язык у Пасха, как найти второй носок. Папа этого не знает, хоть его сам он высок. Письмо доставит мама почтальона, а мама повар сварит вам. Сурен пирог украсит кремом, все колоды, все на сегодня будут очень рады. Костюм нарядный выходной сошьет нам мамочка портной. Хлеб испечет нам мама пекаря, книги даст библиотекарь. Если заболел, если в горе стало сухо, не волнуйся и не плачь, тебе поможет мама врач. Чтобы поддерживать фигуру, не нужна физкультура. Без забота, без секрет, 10 килограммов нет. Если мама продавец, мама просто молодец. У нее товаров много, огурцы и помидоры, булочки, конфеты, мед мама людям продает. Мама, мне нужна гумушка, душ, пудра не нужны. Они же не старушки, молодые, сильные, нежные. Мама, бухгалтер, отсутствие все знает. Папины денежки быстро считают, финансы ведет. Круги учета знает, когда будет приход на расход. Мамы разные, важны. Мамы всякие нужны. Все дела подвластны им. Нашим мамочкам рады.